Ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от 1 до 3 сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Оружие за спину. Здоров. Thank you.
Чего тебе? Спрячь оружие. Так, данные с бортового.
Ага. У ската-3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б-2, Б-28, Б-205. Интересно. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась.
Слышишь, тут это? Ну, у султана, короче, разговорки есть. Найдешь артефакты? Заглядывай. Со всеми вопросами вали к бригадным. Живы будем. Пересечемся. Здравствуй. Ну, удачи тебе. Привет, брат. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Да, прощай. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Да че ты... Давай, не задерживайся. Ну, привет. Yeah.
Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Не балуй! Оружие! Месте. Ствол убрал! И не дергайся, понял? Вот так и стой! Не шевелись, козел, если в загон не хочешь! Все, допрыгался! Лови, гайс! Не боись! Давай-давай, вперед!
Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Да чё ты... Иди, иди, нечего тебе тут делать. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. А колбасу и батоны нынче хреново и стали делать. Где мы их? Тихо, пацаны! Не ссы! Мы же это... Мы ж бригада ее... Местных цены, ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать.
Место безопасное. Так что оружие спрячь. Ну, привет! Привет, брат! Ну, здравствуй, сталкер. Thank you.
Чё, крутой, да? Заныкал волыну, быра! Сейчас фраера припрутся. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Здравствуй! Не попадайся им на глаза! Короче,
Если нужно что, спрашивай у главного. Оружие опусти, мужик. Ну, здоров. Найдешь артефакт? И кто же ты? Заглядывай, посмотрим. Ты заваливай, перетрем. Да че ты тут? Давай, давай, не задерживайся. Кардан, алкаш старый. Как ты уверен, что артефакт не оторвать не может? Он должен так быть на самом дереве. Тут надо получше смотреть. Кажется, на него можно забраться с холма. Дурак. Главное, чтобы еще там не было монстров. Заехал молодым. Жаль, после ссоры с Карданом баржи пришлось переться сюда одному. Ротник тоже хорош. Зато как притащили артефакт, с до них дойдет, кого я Кардан успокаивал. Свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом бухать? И водка это дерьмо. Тьфу ты. А так классно все начиналось.
Только не сейчас. Да-да, прощай, прощай. Здравствуй, сталкер. Попутного ветра. И кто же-то к нам колеса катит?